Всем большой привет! Сегодня я получила свой заказ по каталогу Faberlic номер 15. Приехал уже 16-й каталог. Очень много в нем новинок. Прям глазки разбежались, ручки зачесались. Ну, в общем, как всегда, реакция знакомая многим. Давайте покажу свой заказ по 15-му каталогу. Будет что-то мое, что-то моих близких. Что можно открывать, я открою. Ну и давайте. Шампунь. Укрепление от корней до кончиков. Уже все знают, наверное, кто меня постоянно смотрит, что у меня мама заказывает либо вот эту линейку, либо BioArctic. И, как всегда, в запасик должно быть такие вот шампуни. Бальзама она не берет, потому что для ее волос хватает только шампуня. Моя подружка заказала себе два геля для душа. Это парфюмированные гели. Один с ароматом парфюма Мелоди, а второй, по-моему, в общем, я не буду перебирать. Вот такие вот два. Вот этот потяжелее аромат, такой он прямо женственный, тяжеленький, а этот прямо нежный, цветочный, красивый. Тут и фруктики есть. Вот они такие, два разных. Если брать сами ароматы, то в черном флаконе аромат на любителя, а аромат Мелодия, как в основном, нравится многим. Далее. Не устояла я перед соблазном взять мыло, которого у меня нет. Представляете, есть то, что у меня еще нету. Взяла я знойный Маракеш. Это Оман или Аман. Балийская идиллия. Там была очень хорошая цена на такие мыльца. И оранжевый Мехико. Почему-то именно вот мыло Faberlic мне хочется вот иметь все в своей коллекции. Не знаю, вот прямо слабость у меня к мылу Faberlic. Мне очень нравятся разноцветные упаковки. И я сейчас с огромным удовольствием, предварительно все перебрав, уложу их рядами. Дальше очень интересное было в заказе. Решила своему ребенку взять сенсорными пальчиками перчатки. Это перчатки сенсорные серые, детские для мальчиков. Написано, сделано в Китае. И материал акрил, полиэстер, эластан. Давайте посмотрим вместе. Перчатки по каталогу шли 199 рублей. Примерно 160-170 они шли со скидкой. Сразу вот такие вот ниточки, но они убираются. Прекрасно сделаны, хорошие перчатки. У меня сыну 10 лет. Они тянутся. И так плотненько, как раз вот на руку легли. То есть вот больше размер. Не знаю, по возрасту. Если ребенок с крупной рукой, но они натянутся. Там были в трех расцветках. Темно-синие, серые. По-моему, темно, что ли, серые. Но у нас куртка. Ну, в общем, к нашей куртке и к шапочке именно вот эти подошли. Сенсорные два пальчика. Ребенок в восторге, уже проверил. Довольный, говорит, буду носить, мам, спасибо. То есть вот такой вот приятный-приятный оказался для ребенка подарок. Потому что сейчас начнется осень, пальчики мерзнут, когда по телефону разговаривает. А это хорошая вещь. Но себя я тоже не обделила. Взяла себе аксессуар. Это заколка. Краб для волос бордовый. Размеры 4 на 9 сантиметров. Давайте посмотрим. Я уже, конечно, посмотрела, но решила, как же без шуршания нельзя. С вами пошуршим, откроем. Вот так вот он смотрится. По-моему, в 4 расцветках было тут. Немножечко не страшно. В 4 расцветках я взяла себе бордовый. Хотела бордовый и бежевый, но решила сначала один посмотреть. По каталогу шел 99 рублей. Очень красиво сделано. Это пластик, не железо. То есть рвать волосы не будет. И очень красиво. Видите, тоже под золото так оформлена задняя сторона. То есть будет красиво смотреться. Краб не маленький.
Полосы хорошо будет держать, крепко. Как долго прослужит, я не знаю. По каталогу он шел 99 рублей. Ну, 100 рублей, да, и со скидкой, по-моему, около 80 рублей. Но тут скидка относительная, потому что вы платите же за доставку. У меня вот за доставку 99 рублей, поэтому, как бы, скидка-то получается не 20%, а скорее 10%, если в расчет брать доставку. Но в любом случае, даже если 90 рублей, то для краба это вполне неплохо. В моем магазине, вот около дома, 200 рублей примерно такие крабы стоят. Поэтому я такой покупкой осталась очень довольна. Буду пользоваться. Дальше хорошее было предложение. Можно было выбрать аромат за 129, кажется, рублей. У меня не так давно закончился аромат Мелодия. Этот 15 мл. Я решила, что мне такого достаточно. Пока открывать не буду. У меня большие запасы. Просто единственное, девочки иногда спрашивают, зачем ты покупаешь еще, если у тебя много. Как правило, заканчивается то, что ты очень любишь. И мне жалко с этим расставаться. А остаются в целом то, к чему рука не тянется. И поэтому то, что заканчивается, хотелось бы иметь. Потому что это все-таки то, что ты любишь, и то, что тебе больше всего нравится. Дальше уже интереснее. Для тех, кто любит декоративку, дальше интереснее. Я говорила, что буду заказывать себе кисть. Одну единственную я себе решила кисть взять. Это для нанесения теней. У меня кистей не так много, но именно для нанесения теней у меня кистей прямо 1-2, не больше. Для румян, для пудры этого всего много, а вот для теней будет 2. Слишком длинная ручка, если так вот придираться. Для меня это слишком длинная. Если у женщины плохое зрение, и она красится в какое-нибудь зеркальце из-под пудреницы, то вы будете краешком тыкаться в это зеркало при нанесении. Ну, это я так шучу, но в целом в этом есть доля правды. Лучше бы чуть-чуть покороче. Ну, такая длинная не нужна. Даже вот в дорогу кисть, которая никуда не уместится, будет везде торчать, как-то не очень удобно. Ну, можно, конечно, в чехле возить. Вот. Сама кисть чуть-чуть для меня широковатая. Я это знала, видела, что 1 сантиметр ширина. Но в целом она неплохая. Вот. У кого крупные веки, есть поле для рисования тенями, то такая кисть подойдет. У кого совсем узкие глазки, ну, может быть, вот нависшее веко, это, наверное, крупновато будет. Ну, не знаю, попробую. В любом случае, попробую. Мне хотелось, я купила и осталась пока на данный момент довольна. Хотела я давно помаду. У меня такое количество, да. Я очень хотела стойкую помаду Faberlic, но я хотела 46-40 артикул. Ее уже третий каталог нет на складе, и не знаю, будет ли. И выбрала я из тех, которые представлены в каталоге, 46-41. Называется этот цвет. Я сейчас вам даже скажу. Красивое название у него какое-то. Чувственный взгляд. Вот. Давайте посмотрим. Помада смотрится вот так. Она мне очень понравилась. Очень прямо понравилась. Ровное, легкое нанесение. Красивый цвет. На губах я еще не носила. Я сейчас с дополнительным светом. Давайте я попробую вот так еще показать. Ну, красиво. Вот кто любит такие, знаете, это нюд, уходящий немножко в коричневый. Красивый цвет. Прям вот довольная я им осталась. Буду пользоваться. Давайте я даже ее выкручу, чтобы нам с вами любоваться. Теперь у меня есть стойкая помада. Вообще, почему заказала? У меня на самом деле помад много, но стойких 2, по-моему, или 3 всего. Поэтому мне оно надо было. Ну и не такая уж она, конечно, стойкая. С подружкой мы заказали вот эти 2 новых блеска. Один мой, другой подруги. Но она сказала, что можно
посмотреть. Давайте сначала мой посмотрим. 44067, это новинка. И было хорошее предложение. Если берете два, то они идут там 119, кажется, рублей. Ну, выгодно, в общем. Можно было блеск взять с тинтом. Там тоже стойкое что-то. Но я побоялась, что будет пересушивать. Вот такой мой цвет. 44067. Такой красивый. Ну, судя по помаде и по блеску, видно, какие цвета я больше люблю. Меня девочки бывает спрашивают, зачем берешь одинаковые. Ну, если мне это идет. Если мне не идет красный, бордовый, винный, зачем я буду это брать? Только чтобы показать. Так, давайте вот так еще покажу его. Красивый. Ну и давайте посмотрим. Какой взяла подруга? 44068. Этот уже более такой ягодный цвет. Так, куда его? Давайте здесь сверху. И в этом блестки более яркие. Видно, прямо играет цвет. Сейчас мы давайте с вами закрутим. Я покажу поближе. Вот так при таком освещении выглядит. Вообще, вот у меня подруга, она любит больше глаза, ресницы красить. У нее такие длинные, красивые, без теней. И поэтому яркие помады ей очень идут. А я-то люблю акцент делать больше на глаза. У меня тени всех цветов переливаются. Поэтому мне больше губы-то нравятся, чтобы они такие были нейтральные. Не привлекали особого внимания. Поэтому каждый выбирает то, что ему нравится. Давайте подсветочку включим. Ну и как я уже показала, пришел каталог. Пришел один купон на скидку. 50%. Ну и каталог я полистала, и вот думаю, как теперь устоять. Ну как вот можно устоять? Да еще и такая цена. Вы знаете, вот ладно, помада привлекает новая, ведь дизайн футляра, он такую роль колоссальную играет, что пройти мимо очень-очень сложно. Наверное, я не устаю и закажу себе что-нибудь. Спасибо огромное за внимание. Еще раз покажу свотчи. Вообще открою тайну. Ко мне сейчас едет, сегодня-завтра приедет посылка с декоративной косметикой. У меня просто уже вокруг почты круги наматываю мысленно. Поэтому скоро будет еще интересный обзор для тех, кто любит декоративку. И очень-очень выгодный, кстати. Все, теперь все наболталось. Спасибо огромное за внимание. Всем до новых встреч и всем пока.